Всем приветствую. Вот. Хочу результаты по выставкам всем вам показать. То, что у нас было. Вот Тунгус. Антоха как чувствует меня, звонит. Вот Тунгус. Вот она, калужская выставка. Первый племенной класс, 96 баллов, малая золотая медаль. Вот она, малая золотая медаль. Это Тунгус. Идем дальше. Значит, тайна. Вот она, калужская выставка. 100 у нее баллов, отлично. Первый племенной класс, малая золотая медаль. Такие вот медальки. Следующий у нас Соболина. Да, Соболь. Соболь. Тоже калужская выставка. 104 балла. Первый племенной класс. Малая золотая медаль. Ну и наконец Лайма. Но Герда тоже получил и все. Я родословно отдал Юре. Вот Лайма. 10-го года она рождения. Вот калужская выставка. Очень хорошо поставлена. Ну, раздета собак. 115 баллов. Опять элита. Большая золотая медаль. Так, это мало. Не туда. Ну, такая же, только БСМ будет написано. Вот. Из пачки достал. А так вот большая золотая медаль БСМ. БЗМ. Большая золотая. Вот такие вот дела у нас. Так что вот так вот такой результат выставок. Всем спасибо. Что-то будет, еще поснимаю. Сегодня поеду к собакам и начнем снимать опять небольшую бытовуху. Как обычно, некоторым людям это очень нравится. Жизнь собак. Всем все, спасибо.